Давай посмотрим карту. Давай. Паровозик для экскурсий. Вон еще один. Во, вот такой, наверное, велик двухместный с тентом. Было бы прикольно вдвоем кататься. Вон, пацан рулит, а мама просто отдыхает. И всего полчаса за 400 рублей. Ну, на таком велике, знаешь, по дорожкам особо не поездишь в парке. Да. Это вот по основным аллеям только. Ну да, как-то странно. Шли в центр, а оказались у главного входа. Не в центре. Смотри, даже на дереве висит вот эта штука. Ну вот, помнишь, ты ну, для телефона фотографируешь и информацию все узнаешь. Вон, сокольники написано, только задом наперед. Аллея энергетиков. И восстановление исторического майского просека. Такие красивенькие мои любимые гортензии с хостами. В основном гортензии и хосты. Как бы даже больше ничего и нету. Такое скромное озеленение. Милые беседочки такие с навесиком. Тут нету такого духа, что ты вот из города куда-то попал, как в Кусково. Ну да, тут какой-то выставочный. Городской такой парк. Как-то вот даже, не знаю, вот даже в том же вот за ВДНХ, в парке, вот в ботаническом, там как-то вот такая атмосфера, что ты вот выбрался из города куда-то. А здесь как-то нет такой атмосферы. Или потому ну, что вот, народу сколько. Не знаю. Вот раньше тут было как раз так. Так что ощущение, что ты за городом. А сейчас тут все облагородили. О, картины свои продают. Солнечная поляна. Ну там, походу, тоже закрыт. А, хотя с другой стороны, люди сидят. Как тут странно. Местами огорожено все, но вот внутри люди. Какая-то у них тут... Как туда попасть? Вот эта вот система, когда куски парка огорожены, и там такой платный парк. Да. Тут бесплатный, а вот этот кусок огородили, и там платный. А тут вот забор просто кончается, и все. Да, и можно зайти за другую сторону и сесть в беседку. Вон тоже дерево с такой штукой для мобильных телефонов. Лиственница европейская. А давай попробуем. Ну достань меня телефон у меня. Узнай легенду дерева, видимо. Лиственница европейская. Сейчас испытаем. Тебя не снимай. Телефон снимай. Где еще эта штука? Какие-то птички стрекочут. Ну тут много навалено деревьев, видимо, после вчерашнего урагана. Самое валяются кусочки дерева. Разрубили какое-то дерево. Да. Наверное, упало и прямо на скамейку.
Может, надо, чтобы он весь квадрат сканировал? Не, ну он, по идее, просто сканер должен быть. Ну да. Там что-то прям огромная легенда какая-то. Вон там книгу какую-то сейчас выводит, наверное. Блин, вот и пруд, к которому пришли. Лужа грязная, а не пруд. И это таблички купаться запрещено. Да. Я думала, тут лавочки есть, и как-то все в деревьях. Не знаю, я бы там не и можно посидеть. Даже если бы здесь можно. Ну да. Да там тина, и вообще плавает грязь какая-то. Деревья тоже все же падали. Угу. О, выкорчивало так. Ну да. Это во вчерашнюю бурю похоже. Да, прямо на забор, и забор сломало. К нам бежит пес. Нет, он не к нам. Да, он бежал, пока не собрал. Посмотри, это знак. Типа, что нельзя на велосипедах? Не, наоборот, наверное. Не, ну в красном кружке. Ну, хотя не знаю. Это... По идее, это знак запрета. Здесь нельзя. Почему? Ё-моё. Смотри, он еще говорит, слушай, тут было самое... Да тут вообще ураган. Был какой-то адский Израиль. Да. Столько попадавших, поваленных. Там березу вообще с корнем снесло. Даже не с корнем, а просто... И как-то как будто ее подорвали там, ободранным. Повалено. А смотри, ободрала эту кору с дерева. Зайчик лык ободрал. А, это кусок отломился. Оно треснуло, смотри. Кусок отломился и кора содралась. Вообще жуть. Это что вчера тут творилось? Апокалипсис. Стремненько тут вчера было. Вот, давай, Коляшка, полази, а я отдохну. Да я не хочу лазить на них. Мы же только что сидели, отдыхали. Да? Так они, кстати, какие-то непонятные. Чем тут можно заниматься? Ну, если не только так, лечь и ноги поднимать. Там, жим делать какой-нибудь. Такие странные. Для пассивного спорта. Для пассивных спортсменов. Причем в лесу это пришел позаниматься спортом, чтобы тебя никто не видел. Для тех, кто стесняется, точно. Вот немножко прошли, уже тут какая-то дорога. А вот тут можно на великах, вон знак. Тут нет, знак это на этой дороге, на песчаной. А вон там значок с синим велосипедом. То вот здесь дорога, здесь можно на великах. Вон дорожка была прямо, а прямо теперь не пройдешь. Там деревья валяются. Придется нам налево идти. Она просто соединяет с той дорогой. Нет, вот, я вот здесь говорю. А, вот это? Вот да. Это... Там уже непонятно, как туда да. пройти. Причем, смотри, как повалило. Ну да, их прям все сюда корни. Повалились, сюда, в эту сторону. Вон там выломало, ну. Наверху прямо. И вон еще нагнулись деревья, тоже, наверное, опасная зона. Вот приключение для экстремалов. Сюда сходить во время бури. Да. Вон, тоже прям с корнем выдрало. Ну, тут вообще все повалено. Вот ну, да. Там, где центр, там
Их, наверное, уже растащили от ракеты. А здесь еще лежат. Ну, тут реально ощущение, как ты в лес пришел за грибами, а тут везде деревья навалены кучей. После увы прям с асфальтом, что ли, оторвало. С бордюром. С бордюром. Слушай, смотри, как капитально все вырвало. Ну и прям с корнями. Я представляю, что это было. Да. Вот какая яма. Воронка. Жуть вообще, как в лесу находишься, в диком. Какой силы должен быть ветер? Ну, берег. Не, ну вчера довольно сильно был ветер. У нас дома особо это не чувствовалось. Ну как, дождь, да, ветерок. Я даже форточку не закрывал. Не, ну я вот прям буквально за минуту до того, как все началось, я закрыла форточку на кухне. И потом как хлынуло все это, весь поток. Ну вот в прошлый раз, когда позавчера, что ли, тоже такой же ураганный дождь был, я не закрыла форточку на кухне, и когда пришла туда, там весь пол мокрый был. Ну, у тебя еще 10 этаж? Ну да, ближе к небу. У меня тут 2 этаж, там особо незаметно было буря какая-то. Хотя выглядело, конечно, зловеще. Подсвеченное красным небо и каждую секунду молнии. И полохи. Пёсики. Ну вот тут вот, смотри, как-то странно. Стоит синий значок с велосипедом, а дальше красный. То есть по одной дорожке можно ехать, можно, а по другой... Ну странно, хотя они по качеству одинаковые. Посыпаны вот этой красной крошкой. Ну вот тут почище как-то аллея, а вот тут... А ее не расчищали от этих самых ответок, не создавали. Ну, она пустая и ведет как-то вот из ниоткуда, да, никуда. Да. Темная какая-то непонятная. Мы с коляшкой гуляем по лесу, с машиночкой. И тут вон лавочка пострадала. Да, тут, конечно, все подвигло. Тут прямо посветлел лес. Только обвалилось деревья. Свежей древесиной пахнет. Пойдем в беседки посидим, там вроде никого нету. Ну давай, присядем. Мне надо вытряхнуть песок из обуви. Я не очень уверен, в том, в каком направлении мы идем. Возможно, да, мы я вообще не уверена, куда мы идем. Мы вообще не вышли, когда мы идем. Потому в островский парк, в котором можно блуждать. Долго и долго. Нет, просто здесь очень мало карт, несмотря на большое количество указателей. Ну, собственно, на входе карта. Нет, ну и где мы входили? Сбоку, ну, где-то входили, там была карта. На входе. Да. Посидим? Посидим, да, отдохнем. Я вытрясу песок из обуви. Уютненько. Крыша обычная. Правда, дырявая.